Стратегия социально-экономического развития Десногорска дает понимание о планах Атомграда до 2030 года. Документ стал итогом заседания рабочих групп по разработке стратегии и находится на сайте администрации Десногорска. Свои предложения могли внести и горожане. На это был отведен месяц. За период с 21 мая 2020 года по 19 июня 2020 года предложений и замечаний по проекту стратегии социально-экономического развития в отдел экономики не поступало. Предложения не поступили и на публичных слушаниях документа 29 июня в здании администрации. Немногочисленных присутствующих интересовала расходная часть. Откуда администрация планирует брать деньги на реализацию планов? Но документ, тем более в такой долгосрочной перспективе, не предусматривает разработку какой бы то ни было сметной документации. Финансирование проектов будет в том числе благодаря федеральному, областному и муниципальному бюджету, пояснила замглавы Десногорска Юлия Галикова. Проект стратегии развития был принят большинством голосов.